Иванов день, Иван Богослов, Градобой, Арсений, Пшеничник, Долгий называли 21 мая в старину. Накануне этого дня хозяйки пекли пшеничные пироги, которыми было принято угощать прохожих и соседей. Есть такой пирог «Самому нельзя». Самый пожилой член семьи отправлялся на большую дорогу, где усердно молился, чтобы Бог послал им доброго человека, с которым можно разделить трудовой хлеб. Если встречался путник, считалось Божьей милостью, счастливой приметой. Дурной знак – никого на дороге не встретить. Тогда обедный пирог скармливали птицам. Небо вечером красное, погода будет пригожей. Утром краснота, сулит дождь. Облака, плывущие вверх, к ясной погоде, вниз – жди дождя. Тучи в одну кучу сбились, не Настю. Месяц в дымке, не Настя затянется. Приметили, дождь сегодня, урожая грибов. Именинники Адриан, Арсений и Иван.